17 января 2017 года в образовательных и дошкольных учреждениях города проводится акция «Пятерка за световозвращатель». В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, популяризация использования фликеров и иных световозвращателей. Как отметил инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения Абдулнасыр Тавбиев, более 90% наездов на пешеходов совершается в темное время суток, продолжив, что улучшение видимости пешеходов, в частности детей, один из важнейших способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Большинство наездов на пешеходов и на детей особенно происходит в ночное время, чтобы дети были замечены на дорогах. В дальнейшем были использованы фликеры, светоотражающие элементы. Они должны быть у всех детей на одежде световозвращающие элементы. Не то, что на одежде, и на папках, и на шапке, и на обуви, потому что в ночное время светоотражатель может обозначить человека, ребенка, чтобы водители могли заметить. С 1 июля 2015 года пешеходы обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей. Новый закон правил дорожного движения, подписанный в 2015 году, говорит о том, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток в условиях недостаточной видимости пешеходам, а в ненаселенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Цель проводимой акции – это рассказать детям, для чего нужны световозвращающие элементы и как они работают. В идеале на ребенке должно быть 4 по плечам, на спине и на груди. Но если так не получается, конечно, хоть чтобы один со спины и с груди на ребенке должен быть, на портфеле, потому что наши дети возвращаются поздно со школы, и их, чтобы было видно водителям. Мы, детский сад номер 5, за агитацию фликеров. Носите одежду с фликерами. В темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25-40 метров при скорости 90 км в час. При наличии световозвращателя это расстояние увеличивается до 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при дальнем. По статистике, использование фликеров снижает риск наезда на пешехода на 65-80%, отметил инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, Абдулла Алиев. Информационная программа «Пульс».